Коллеги, добрый день. Я надеюсь, что меня слышно неплохо. Судя по тому, что показывает индикатор. Отлично, спасибо. Плюсики мне крайне нужны. Мне нужно подтверждение моей этой уверенности. О, отлично. И не искажено все. И эхо нет. Все в порядке, надеюсь. Спасибо. Спасибо большое. У нас сегодня продукт, который такой, ну, в общем, он не очень похож на предыдущие продукты, о которых мы часто и долго говорили. Да, в случае мы очень много с вами потратили время на молекулярные БАДы, мы потратили с вами на наши новинки некоторое время, которые, на мой взгляд, не менее интересны, чем молекулярные БАДы. У нас с вами были комбинации, когда были многокомпонентные, многоингредиентные БАДы. У нас были единичные, то есть однокомпонентные, монокомпонентные. Каждый из которых решал свою определенную, иногда чрезвычайно непростую с точки зрения фармакологии и физиологии задачу, но решал. Могу привести пример. У нас появился лецитин, который добавленный или скомбинированный, или даже отдельно принятый в ситуациях с неврологической или с проблемами печени, он просто решает проблему. Он просто, его значимость как вещества, как самого, она просто, она, ее трудно переоценить. Это потрясающая вещь. А если его добавить к нему еще чуть-чуть баланс нервной системы, то мы просто получаем восстановление нервной ткани. Ну, мы просто получаем восстановление в ситуациях, которые трудно было каким-то образом даже вообразить лет 10-15 назад. Пример. Просто пример, но он любопытен. Жил-то был какой-то, я где-то слышал эту фамилию, жил-то был такой доктор Эдигер. Мне понравилось звучание этой фамилии, я решил его использовать. Ладненько, все шутки в сторону. Ваш покорный слуга получил задание разработать этот сегодняшний продукт. Это биологически активная добавка к пище. Это БАД. Это безалкогольный состав, фитосостав, в котором есть несколько компонентов. В частности, один из компонентов – это витамин ПП. Но мы сейчас поговорим подробно о составе, который выбивается, в общем-то, из общего фито набора, но, знаете, честно говоря, не стыдно, вот когда он получился. Получился он непросто, потому что, понимаете, у меня есть искренняя внутренняя ненависть. Я ненавижу многокомпонентные составы. Я слишком много имел дело с шарлатанами и с людьми, у которых знания находятся на детсадовском уровне, которые пытались чем больше напихать, да, в том числе в разных интересных дозах, граничащих с сверхмикроскопическими дозами. Может быть, получится, называется. То есть, то, чем мы занимаемся многие годы, то, чем мы занимаемся многие годы в нашей фирме, в том числе, это эксплуатация одного из высших достижений современной фармакологии. Это эксплуатация синергии компонентов, когда компоненты друг другу помогают, и в этой связи в том числе нет необходимости их вводить в рецептуру в огромных дозах, ну или просто в больших дозах, или даже там в суточных дозах. Это не нужно. Когда вы синергируете, когда продукты синергируют, Ирина, звук плохой, а у остальных звук какой, еще раз, это важно, друзья мои, звук хороший. Я просто получал звуки. Звук отличный. Значит, мои извинения, надо привести в порядок ваш замечательный аппарат. Попробуйте перегрузиться или что-нибудь в этом духе. Итак, немножко кухни. Задание я получил довольно давно. Первый эскиз состоялся где-то год назад. И эскиз не зря состоялся год назад, потому что все, что мы с вами, все, о чем мы с вами сейчас, благословение создателя, существуем, это
не просто наши, то, что мы хорошо знаем нашу аудиторию, у каждого из нас есть сегмент максимально близкий, максимально любимый, кто-то предпочитает пожилых, кто-то предпочитает активных, веселых, здоровых со скрытыми проблемами, кто-то предпочитает спортсменов, кто-то предпочитает тему, связанную с похудением, с фитнесом, вот эти вещи. Но никто из нас в здравом уме и твердой памяти не будет предпочитать ковид. Чего предпочитать, когда о нем черная дыра, в которую все больше и больше утекает это самое, мысль прогрессивного человечества. Нобелевская премия сейчас получена за одну из платформ ковидных вакцин. За что там Нобелевка? Одному Богу известно. Тем более с учетом того, что вакцина фирмы Moderna не очень-то и работала. Это очень здорово. Вакцина не очень работает, Нобелевская премия изобретателям уходит. Очень интересный, в интересном мире живем. А теперь давайте ближе к нашей сегодняшней теме. Ясно было совершенно, что у нас есть набор синдромов, это то, чего, это наш с вами хлеб. Это набор состояний, это набор синдромов, которые не описываются словом диагноз или даже пучком диагнозов. Это вот эти хронические усталости, это хронические последствия накопившегося хронического дистресса, плохого стресса. Это состояние с хроническими, чаще всего скрытыми инфекциями. Это состояние, когда лень, уверен, что солнышко выглянет, и родниковой воды напьется, и все будет хорошо, по лугу погуляет босиком. Вот что-нибудь в таком духе. Вы же знаете, что это такое. Это наши с вами самые любимые и вечные, плохое слово, клиенты, наверное, все-таки это наши с вами потребители, это наши с вами чаще, даже в том числе и пациенты. Это те, кому это нужно. Но ковид, он устроил нам, так сказать, большую, прибольшую очистку организма, в том числе и мозга, от разных глупостей, от разных неправильных представлений. Первое, что он нам сделал, он просто нам подарил постковидный синдром, как такое, знаете, готовую модель вот этого всего, о чем мы с вами сейчас говорим, в готовом виде. Это усталость, это то болит, то одно болит, то в одном месте, то в другом. Как говорил Фаина Георгиевна Раневская, здоровье – это когда каждый день болит в другом месте. Но это не здоровье, это совсем не здоровье. Потому что постковидный синдром, причем даже когда ковид был средненький или легенький, постковидный синдром – это на данный момент удовольствие на несколько лет, потому что всего-то несколько лет прошло. И оно вот то самое и есть. А если начать копать, если начать смотреть детали анализов крови, если смотреть детали функциональных тестов, мы получаем то, что человек начинает напоминать большое здание, сложенное из кирпичей, только забыли добавить растворы. Кирпичи-то один, то другой вываливаются. Вот такое мое ощущение. Бальзам, который ваш покорный слуга затеял, несколько раз его корректировал, потому что задача была совершенно понятна. Мне надо было создать, не очень увлекаясь, скажем так, возможностями, потому что возможности нашей фирмы таковы, что в принципе это любые ингредиенты, это любой концепт, если этот концепт имеет смысл, ты в состоянии его доказать, то ты в состоянии будешь сделать этот продукт. У нас этих проблем не существует, потому что так как у нас, по крайней мере, научились, да и, скорее всего, умели это задолго до того, до появления вашего покорного слуги, в фирме научились очень жестко выбирать критерии. Итак, нам нужна была композиция фитокомпонентов, уже не разложенная на две капсулы, а жидкая, либо, естественно, водорастворимая. Естественно, даже если были бы жировые компоненты, надо было сделать их водорастворимыми, не вопрос. Второе, надо было бы понять, какие базисные направления мы
чего мы касаемся, что для нас является либо направлением, либо даже, может быть, органом-мишенью. И, наконец, надо было понять, в какой мере мы можем это реализовать при помощи синергии уже известных нам, хорошо известных нам, нескольких десятков, или, может быть, даже сотен компонентов. Мы попробовали это сделать. Ваш покорный слуга немножко поэкспериментировал. И бальзам доктора Эдигера – это, в определенном смысле, это плод не фантазии, а это плод, давайте так, это плод достаточно жесткого отбора. И вот давайте теперь посмотрим, о чем идет речь. Биологическая роль – это была вначале цель. И эту цель мы реализовали. Первое – это иммуномодулирующий эффект. Мы имеем сейчас дело с эпидемией дисиммунных состояний. Эпидемией, когда либо иммунитет проваливается, у нас есть, у меня даже там все среди наших девочек, среди наших сотрудников, там только девочки, там и мальчики случаются, которые постоянные ОРВИ, или какие-то совершеннейшие непонятные нескладушки, связанные с желудочно-кишечным трактом, которые не укладываются в картину, даже энтероколитом. И это ситуация хронических инфекций, это ситуация, или второе, человеку нет еще 40, а у него начинаются уже довольно грубые проблемы с суставами, аутоиммунные проблемы, которые в первую очередь работают на суставы. Или анемии. У нас недавно, а вы прекрасно знаете, у вас была блестяще прочитана тема, связанная с железом. А ведь там мы просто восстанавливаем, да, а генез, то есть причина анемии, набор условий, которые привели к анемии, может быть, бывает невероятно разнообразен, в том числе аутоиммунный. Пункт 2. Способствует восстановлению организма в постковидный синдром. Да, есть, имеем смелость это утверждать, причем постковидный синдром во всем его блеске. А почему? А потому что у нас две основные мишени. Это центральная нервная система и микроциркуляторное русло, то есть эндотели сосудов и, конечно, отдельно, если это выделить, капиллярный кровоток. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, восстанавливает клетки сосудов. Мы обязаны этим заниматься, потому что мы мало того, что все молодеет, мало того, что молодеют атеросклеротические процессы. Мы чаще всего, до обидного часто видим в ситуациях, когда человек обращается. Человек обращается, например, по поводу хронического кашля. Хронический кашель. Добросовестные ребята-коллеги ставят ему хоблу. Хроническую обструктивную болезнь легких. Хронический бронхит, что-нибудь такое. Могут астму лепить. Неизвестно что. Но почему нет попытки посмотреть состояние, в том числе состояние кровеносного русла. В том числе состояние, когда состояние того же эндотелия, через который все-таки через малый круг идет обмен кислорода. Но это надо делать. Надо смотреть. Кроме того, мы прекрасно с вами знаем, что такое миокард. Сейчас уже может быть 35+. Позитивно влияет на углеводный обмен. Тут немножко неправильно написано. На обмен углеводов в крови. Да, потому что обмен сахара, он бывает первичен. Его можно наесть. Можно наесть себе преддиабет второго типа, увлекаясь разными вкусностями. Или просто неправильно питаясь. Можно устроить себе много-много-много чего. Я уже в последнее время вижу уже у подростков. Я вижу преддиабет, метаболический синдром или даже готовенький диабет. Мы когда-то с вами, насколько я помню, надеюсь, что в часть уважаемой аудитории слышала наши предшествующие выступления, в том числе прошлого года, мы с вами говорили, что мы не зря сделали в свое время отдельный контроль сахара, который не только для диабета второго типа, но и для всей старшей возрастной группы. Мы обязаны предполагать дефекты обмена углеводов у
людей старшей возрастной группы, тем более пожилых. Вот, а теперь давайте несколько хороших слов про бальзам мой. Что хорошего можно сказать? Так вот, это композиция из композиций. И вот это, на мой взгляд, одно из ноу-хау, которое живы будем. Мы сейчас посетим, которые живы будем. Мы будем, возможно, будем тиражировать. Посмотрим. Сейчас объясню, что я имею в виду. Если у нас с вами есть несколько многокомпонентный или несколькокомпонентный продукт, то мы должны устраивать внутри него несколько пучков. Композиция 1, композиция 2, композиция 3, внутри которых есть синергия. А они уже вместе будут складываться в синергическую, в данном случае, синергический трезубец, назовем это так. Почему? Ну, потому что это нужно делать. Именно так, если вы хотите, если ваша задача достаточно широка. А в данном случае, если вы обратили внимание, мы очень широки. Мы широки до невозможности. И сейчас мы это еще поясним, почему. Итак, первое, у нас есть иммуномодуляторы, но иммуномодуляторы только одного субкласса, то есть мощные антиоксиданты. Максимально известно и понятно. У нас в последнее время невероятно хорошо есть очень много публикаций по антоцианам и полифенолам, в особенности по полифенолам. Друзья мои, понимаете, я к чему сейчас хочу обратить ваше внимание. Понимаете, нам нужно немножечко всем перестраиваться, смотря на ягодки. Ну, ягодки, ну, уже ягодки. А вы не представляете, что такое концентрированный сок вишни, имеется в виду не пищевой в чистом виде, а концентрат с сохранением всего полифенолевого набора, например, в той же вишне, который может очень и очень много. Мишень какая у него? Конечно, разумеется, это иммунная система. Это клетки печени, это эндотели. Экстракт плодов черники, ну, тут нечем говорить. Про чернику, не знаю, по-моему, знают уже все можно. Удивительная вещь, арония черноплодная, она же черноплодная рябина, с набором как полифенолов, так и антоцианов. И ацерола, очень интересная вишенка, в которой биологически активна, она не столь вкусна, сколько в ней есть невероятное количество, еще раз повторяю, понимаете, я мог бы, я вот думаю, может устроить такое, и если взять и понаделать правильных слайдов, если взять и понаделать правильных таблиц, а лучше правильных диаграмм, и показать вам сравнительные исследования, которые делаются в мире, когда сопоставляются лекарства с тем же экстрактом ацеролы, который оказывает эффект, например, тот же миокард, несопоставимый с лекарствами, а лучше, выше, в очень серьезных группах пациентов, постинфарктных, постоперации на сердце, после коррекции тяжелых аритмий и многое-многое другое. Вторая композиция – это кверцетин и ресвератрол. Ну, тут тема в чистом виде эндотелий. Это гибискус, это горец японский, как источник ресвератрола. Это экстракт околоплодника граната. В том числе, вот тут уже еще интереснее, это восстановление истощенного миокарда. У нас с вами, если вы помните, мы когда-то с вами говорили о том, на что способен околоплодник граната. Околоплодник граната способен почти на все. Даже в эксперименте, когда есть же кардиотропные яды, когда можно у бедных лабораторных животных устроить большую кардиальную проблему, устроить там все что угодно, острую левожелудочковую недостаточность, околоплодник граната работает как, ну не знаю, как панацея почти, обалдеть же можно. Когда начинаешь смотреть эти вещи, выясняется, что половина того, что просто очень вкусно в разных, не знаю, желез, соках и даже к мясу, если его добавить, все очень безумно вкусно, выясняется, что, ну, правда, нужно много его съесть для того, чтобы получить этот эффект. Поэтому уж лучше экстракт. И третья композиция, она, на мой взгляд, стала, как бы это выразиться, она более довольно острая, и она внутри себя очень разносторонняя. Это джимнема.
как прекрасный сверхразвивающий продукт. Это лимонник китайский, как блестящий общий стимулятор. Никогда мы с вами не должны забывать, что творится в нашей с вами уссурийской тайге, где кроме женьшеня есть лимонник, есть актинидия, есть золотой корень. Что вообще такое за место? Такое ощущение, что там какая-то мистическая сила побывала. Потому что, что может, например, лимония, в частности, схизандрин, одно из веществ, которое там является ключевым для лимонника, ну, это вообще поразительно. Экстракт зеленого чая. Я думаю, что чем дальше, тем больше. Я думаю, что вообще через какое-то время мы все разумные люди, по крайней мере, пересядем на диету, в которой экстракт зеленого чая, будь то матча, будь то разные варианты зеленого чая с точки зрения ферментации, мы пересядем на диету, в которой катехин зеленого чая будет непременным компонентом. Просто потому, что если мы захотим жить долго и счастливо, без преувеличения, долго, успешно и эффективно. Орегано, она же душица. Ну, тут мы только в начале пути, потому что тут орегано может почти все, в том числе для центральной нервной системы. Витамин ПП, никотиновая кислота, моя любовь с моего медицинского детства, с первого курса. Потому что то, что мы видели, какие эффекты на улучшение микроциркуляции в центральной нервной системе при применении никотиновой кислоты, это можно с ума сойти. Кроме того, обваливается холестерин. А обваливает, есть эффекты стимуляции, в том числе почечного кровотока. В общем, это потрясающая штука. Одну вещь мы здесь не дописали, но это моя оплошность. Это шафран. В частности, шафран непростой, а настоящий, не контрафактный, дорогущий, персидский, сертифицированный по шафраналу. Это означает, что это ни в коем случае не... Ну, еще ничего базарного с этим шафраном общего нет, но он важен следующим образом. Нам нужен был шафран как один из нейромодуляторов вместе со схизандрином. Если схизандрин, лимонник китайский, это стимулятор, то шафран его в некотором роде, не то чтобы антагонист, но в парочке они устраивают вот это, назовем это так, легкую седацию, легкое успокоение центральной нервная система. Формально, то, что мы пишем, это источники схизандрина, у нас сертифицирован, ресвератрола из корней горца японского, антоцианов, коих у нас есть 4 источника. Дополнительный источник витамина ПП. По-моему, как утверждение, этого более чем достаточно для этой жидкости. Давайте немножечко о способе употребления и вообще, как вам сказать, что-то мне подсказывает, как мы мучились, смотря на рынок. Ну, там битнеры с 37 градусами алкоголя, ну, там много-много-много всего было. Все называется половина бальзамов, это почему-то их надо мазать. Вторая половина – это то, что, конечно, надо пить, это рижский бальзам, ну и так далее. Давайте оставим в покое шуточки по поводу алкоголя, алкогольных густых составов, которые называются бальзамами. Пожалуйста, ради бога. Но интересно следующее. Нам нужно было, чтобы, во-первых, это было удобно, чтобы оно было, имело приличный вкус, чтобы оно было возможно его достаточно комфортно употребить, и чтобы оно было не огромного объема. Поэтому это удалось сделать. Это было непросто, подчеркиваю. Ваш покорный мучился страшно, когда все эти компоненты надо было, чтобы они еще и друг другу не мешали, будучи растворенными вместе, чтобы не устраивали там какие-то комки, слипания и так далее. Итак, в любом случае надо перед употреблением взбалтывать. Ничего страшного. Взрослым после еды по чайной ложке, то есть 5 мл, в первой половине дня, растворив в 100 мл холодной и теплой воды, в полстакане воды. Это комфортно, потому что у него вкус немножечко крепковат, если попробовать его, скажем, ложку, а потом запить водой. Не самый комфортный вариант.
Продолжительность приема месяц. При необходимости приема можно повторить. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов. Беременность. Кормление грудью. Склонность к расстройствам функции кишечника. Почему я это говорю? Потому что опыт показывает. Стоит назначить кому-нибудь что-нибудь новенькое. А у человека есть такая замечательная привычка. Да, есть жуткая беда, называется хронический сопор. Но есть вторая беда. Вариант синдрома раздраженного кишечника, когда все наоборот, когда человек реагирует отторжением на любое новье, которое он получает. Поэтому надо с этим немножечко поосторожнее. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. В данный момент вы с ним уже консультируетесь, простите за шуточки. Теперь давайте момент наиболее важный, который... Анастасия. Пью чайную ложку, так, без растворения, очень вкусно. Нет, мне тоже очень вкусно. Я просто рекомендую. Было бы интересно продолжать видеть диаграммы таблицы до и после применения ингредиентов препарата. Эльвира, я признателен вам за... Нет, это хорошее желание, правильно. Остался пустячок. А диаграммы таблицы по каким показателям? Показатели это у нас с вами есть так... Не еще не учись. Примерно 400. Что будем смотреть? Что смотреть будем? Причем какая-то часть из них описывается. С какого возраста можно принимать? Давайте пока с 18 будем его принимать. Там посмотрим. Он обыкновенный БАД. А теперь давайте важный вопрос. Вы зря начали задавать вопросы. У нас сейчас вопросы будут в вопросах. А вы в чате их задаете. Давайте будем задавать их в графе вопросы. Но! Ваш главный вопрос, на мой взгляд, который нужно принимать один раз в день. Да. Который и первая половина дня. Он немножечко тонизирует все-таки. Вы должны задать вопрос, а кому он в сущности? Что такое портрет идеального пациента? Имею нахальство сразу ответить. Смотрите на меня. И будет вам портрет идеального пациента. Первое. Это возраст 60+, лучше 65+. Это та или иная в разных состояниях сердечно-сосудистой патологии. Это гуляющий сахар или не гуляющий сахар, но метаболический синдром. Это состояние, когда нужно коррегировать что-то после больших операций, после больших хронических. Выход из хронических заболеваний, когда нужно восстановиться, нужно выскочить из состояния выздоровления в состояние, ну, давайте так, здоровья, относительного здоровья. Вот это, пожалуйста. Вот это оно. Постковидный синдром. Не будем его недооценивать. Не будем. Он нас, мы сейчас находимся в состоянии такой эйфории. Все закончилось, ничего не закончилось. Еще как не закончилось. С учетом того, что у меня... Пол офиса ходит с землистыми физиономиями, переболев сейчас ковидом. Кашляв. Насморк. Еле-еле. И самое главное, астения. То есть очень плохое самочувствие со слабостью и многими другими. Друзья мои, астению как таковую нельзя недооценивать, потому что она у нас, она очень мощный маркер того, что происходит что-то очень сильное не то. Наталья, противопоказание гипертония. Это не противопоказание, потому что у меня, и я в том числе, в качестве гипертоника, а я гипертоник, извините за антидную подробность, очень серьезный, никаких проблем нет, потому что у меня шафран с витамином П, они очень у меня работают подушкой безопасности. Тем не менее, если человек у нас не просто гипертоник, а гипертоник декомпенсированный, если человеку не удается свалиться на его обычной терапии, до цифр его возрастной нормы, то тогда, конечно, надо осторожненько его применять. Но главное из того, что он устраивает, ну, собственно, там все главное. Но, давайте так, я вижу в нем, и он только начал, естественно, выход на этот самый, как его, в жизнь. Его пока мало. Совсем мало. И сейчас надеюсь, что будет немножко больше.
Я же, извините, нельзя поставил свое имя на этой склянке. Я никогда бы не стал этого делать, если бы у меня не было определенной, не определенной, а максимальной ответственности, определенной цели для того, чтобы было понять, на что это способно, потому что он внутри себя, как я вам сказал уже, содержит в консервированном виде набор концепций, ради которых мы, собственно, ваяем, я имею в виду Фаберлик, ради которых Фаберлик ваяет и свои свойственные только Фаберлику БАДы, со свойственными только Фаберлику набором обещаний, никаких ложных обещаний, никаких сверхобещаний и, конечно, Боже упаси, не вреди. Я, по-моему, все же самое можно интересное рассказал. И я сейчас, ваше позволение, перехожу сейчас на колонку вопросы. И буду, в первую очередь, немножечко здесь отвечу вам из того, что здесь есть. Так, Анастасия меня поддерживает про ягодки. Да, спасибо. Продукт супер, опять спасибо. Диаграммы и таблицы до и после надо смотреть. До и после ингредиентов препарата, простите, я не дочитал тогда. Ингредиентов многовато. А исследований у меня очень много. У меня исследований не сотни, а тысячи. Чайная ложка без настроения очень вкусный, не вопрос. С какого возраста принимается? 18, раз в день, раз в день. Противопоказания гипертонии, да? Кому я, по-моему, ответил. Теперь давайте я перехожу на вопросы. И давайте будем здесь с вопросами. Так, давайте. Сделайте, пожалуйста, слайды чудесных свойств компонента бальзама. И, возможно, других продуктов для здоровья. Значит, смотрите. Компоненты бальзама. Вот я почему... Еще раз повторяю. Во-первых, это серьезная работа. Делать слайды по компонентам бальзама, там всегда много, много надо делать. Много времени на это уйдет. Но у нас с вами есть маленькая проблема. Мы с вами не даем отдельные компоненты бальзама. Мы с вами даем их в виде, который, ну, скажем так, до нас не давали. Потому что дайте себе отчет. Ничего похожего на данный бальзам, конечно, нигде его просто нет. Ни в научной среде, ни в медицинской, ни на рынке, нигде. Это означает, что он уже беспрецедентен. Это означает, что наблюдать эффекты нам предстоит то, что мы уже наблюдаем достаточно давно, по крайней мере, в моей практике это понятно. Нам предстоит наблюдать их сызнова. Не с нуля категорически, потому что мы уже понимаем, что можем и чего мы можем опасаться. Так что мне не нравится идея по отдельным компонентам. Можно сделать, я могу это попробовать накопать. Это, ну, у вас будет ощущение, что на вас цунами обрушится, потому что ну, там это нереально. По одному гранату или по одной ацероли. Или по... Это можно обалдеть. Повторные курсы как часто? Я предложил бы, во-первых, после первого курса осторожненько себя понаблюдать. Может быть, даже поздавать анализы или сделать ЭКГ. Или оценить, вот просто оценить оценивающим взглядом себя, что произошло, произошло ли что-то. Это важно. Совместимость с другими нашими БАДами и лекарственными препаратами, абсолютная совместимость. Мы ничего не антагонизируем. Более того, вы можете найти достаточно серьезное сходство, например, с линейкой молекулярные БАДы. Там очень много всего. Можно ли принимать, если есть доброкачественная опухоль менингиомозговой оболочки? Анастасия, есть маленькая проблема. Где эта опухоль? Арахноид, эндотелиома, и она же менингиома мягкой мозговой оболочки может находиться в разных местах. И она лечится единственным способом – это хирургия. Поэтому можно ли принимать цель? Я уже понимать. Если вы думаете, что в связи с этим с опухолью что-то случится в хорошем смысле, ничего не случится хорошего. Она останется такой же. Возможно, будет улучшение состояния, общего состояния, если опухоль где-то находится
ну, каким-то образом влияет на обмен, на общее состояние. Я в это не верю. Я видел очень много менгиом, и они все вызывали локальный, местный неврологический дефицит. Их надо удалять, если это возможно. У ребенка 4 года с проблемой сердечка. Можно бальзам принимать? Нет, родная моя. Нельзя. Рановато. Ребеночка надо вести на педиатрической схеме. В качестве профилактики в период обострения ковида, гриппа и ОРВИ можно принимать. Давайте так. Да. Я бы к нему, конечно, дал бы дополнительно иммуностимулятор, как средство профилактики. Но он сам по себе особенно, потому что мы имеем в виду, безусловно, мы должны иметь в виду некую неготовность организма к периоду обострения ковида, гриппа и так далее. Вот в связи с этим мы его должны начать. Прибавить ли бальзам энергии? Мне да, еще как. Попробуйте. Попробуйте. Что это означает? Да, кстати, давайте. Это ведь бытовой разговор, правда? Прибавить ли энергии? Давайте это расшифруем в хорошем смысле, чтобы прибавить энергии. Бодрость – да. Работоспособность – безусловно. Восприятие – да. Память – да, без проблем. Возможно, даже улучшение настроения, я бы так сказал. Бессонница ни в коем случае не добавляет. Все становится более-менее. Так, Анастасия. Энергия управляет 100%, заметила на третий день приема. Я даже иногда, как выясняется, правду говорю. Давайте дальше. У сына псориаз. Давайте попробуем. У сына надо заниматься молекулярными БАДами. И там у нас есть определенный взгляд на эти вещи. Это печень и это кожа. Конечно, можно добавлять антиоксиданты, безусловно. Но я не стал бы делать из бальзама вещи, связанные с этим. Слишком далека. Слишком, назовем так, при всей широте спектра эффектов бальзама, он немножечко не слишком точно направлен. Так, давайте дальше. Сейчас посмотрим еще. Так, вы у нас зачем-то опять написали в чате. Действие на щитовидную железу. Никакого. Ничего плохого, по крайней мере. Может, так влияет на холестерин, снижает? Безусловно. Какие БАДы Фредерик посоветуете при холестерине? Спасибо. У нас это отдельная тематика. БАДы Фредерика при холестерине. Это в первую очередь поддержка печени. Во вторую очередь это коэнзим. И, разумеется, омега. Давайте дальше. Уходим, если можно, в колонку вопросов. Чтобы мы тут не бегали попусту. Давайте дальше. Мне от вас понадобится потом, если будет желание и возможность самостоятельного приема. Мне нужны оттенки, мне нужны детали. Я уже начиная от комфорта приема и заканчивая изменениями состояния, которые были действительно до и после этого. Забыл добавить. Он, конечно, универсален с точки зрения возрастных вещей. Ну, давай так, еще один маленький момент. Это, конечно, очень боковое, очень не самое главное, но нейротропный эффект у него, безусловно, есть. В частности, у меня есть джентльмен, у которого были нелады. Последнее время у меня началось. Это не андропауза, у него, конечно,
все это было в порядке, но у меня начала развиваться эректильная дисфункция, что-то мне там не в порядке было, мне было 40, сейчас посчитаем, 47 лет. Вот, немножечко попил, немножечко посмотрел. Немедленно сказал, что он сам себе такой бальзам сочинит, но он его не сочинил, хотя и доктор. Ему пришлось остаться в рамках моего бальзама. И теперь жалоб у него больше ни на себя, ни на жизнь, ни на свою партнершу, и больше жалоб у него нет. Мне радует эта ситуация. Куда отправлять свои наблюдения по приему бальзама? Давайте подумаем. Любая наша с вами обратная связь. Куда у нас там есть? В Телеграме вас нет, если я правильно понимаю. Подумаем, как это сделать. Я попытаюсь через Ирину Валентину организовать этот сбор обратной связи. Еще вопросы, дамы. Что было неясно из того, что я говорил. Это для меня принципиальный момент. Очень хочу услышать от вас, если было что-то, что вызвало сомнение. Даже ваша критика. Что без вашей критики мне жить не весело, потому что я не могу, я сам не воспринимаю с восторгом любой препарат или бат. Я не хотел бы иметь такой восторг, если они даже есть. Поэтому критика, это было бы замечательно. Но рецензии в любом случае будут приветствоваться. Любые рецензии. Опять вы вошли в чат. Ладненько. Длительность приема месяц, потом перерыв. Можно начинать недельки через 2-3, можно начать повторный прием, если есть необходимость. Можно применять бальзам при камне в желчном пузыре обязательно, легко, без проблем. Он не влияет на состояние холодинамики, на как желчь течет, как она образуется и так далее. Никаких проблем. Как на кишечник оказывает влияние бальзам? У меня никак. У моих тех самых коллег, которые его принимали, никак. Никак. У него нету эффекта раздражения, у него нет ослабительного эффекта, ничего такого особо нет. В одном случае была ситуация, когда человека 2 дня ослабило, и то мы не понимаем, было связано с бальзамом или нет. Так, спасибо, ура. Ну, давайте, ура, это просто чудесно. Так, послеродовую депрессию берет бальзам, а вот теперь можно еще раз состояние, при которых показан бальзам. Давайте попробуем еще раз состояние, при котором показан бальзам. Итак, нам он нужен в случаях иммуномодуляции, то есть ситуации, когда плохо с иммунитетом, либо есть иммунодефицит, либо, ну, скажем так, сезонный иммунодефицит, в первую очередь, аутоиммунка. Постковидный синдром, некие проблемы с вещественной системой. Это могут быть миокардиты, это миокардиодистрофии, это, не дай бог, постинфарктное состояние, вот в таком духе. Это начало нарушения обмена сахара. Это начало ожирения. Вот такие вещи должны быть. Так, Ирина, послеродовую депрессию берет бальзам? Да, уберет. Я имею в некотором виде нахальство это утверждать. Слишком у него, скажем так, он заряжен набором компонентов, внутри, по крайней мере, 2 композиции из 3, которые впрямую влияют, конечно, на обмен серотонина. Обратите внимание, 5-HTP я тогда не ввел. Я не ввел тогда 5-гидрокситриптофан. Я очень много этих хотелось, но решили этого не делать. Просто потому, что витамин ПП, лимонник и шафран, это сама по себе троица для ходячейся в разных группах препаратов. Эта троица на самом деле может многое.
Значит, сезонную депрессию берешь. Что такое сезонную депрессию? Это же бытовая, бытовая. Послеродовая депрессия, да, Анастасия, это реальный диагноз. Вернее, Ирина, это реальный диагноз. Это реальный диагноз, с которым надо заниматься максимально серьезно. Потому что в состоянии послеродовой депрессии женщина бывает неадекватна. Если мы говорим с вами о серьезной медицине. А сезонная депрессия – это просто кухонное нытье, извините, у массы людей, которым тяжело, серое небо, дождь и многое другое. Весной я что-то его не наблюдаю. В основном это весы. Это, несмотря на Александра Сергеевича Пушкина, который это дело обожал, тем не менее, он был, наверное, единственный, кто, например, не только он еще и Левитана обожал. На остальные все жаловались на осень как источник депрессии. Как людям с эпилепсией? Людям с эпилепсией никак, потому что у них есть набор того, во-первых, эпилепсии-то разные, и набор, который там, может быть, не будем встревать в то, что назначает эпилептолог. Еще вопрос, и мы через несколько минут закончим. И секунду. Два года пусковидные последствия, да. Да, друзья мои, я, у меня есть коллеги, которые сидят два года на ксарелте. 20 миллиграмм ксарелты в сутки, можете представить, да? Два года. Хирурги, оперирующие хирурги, которые торчат у стола по 12 часов в день на ксарелте. Вместе с тяжелым организмом, что там вообще совсем... Ну, надо, работать-то надо. Людей-то надо оперировать. А деваться куда, когда не прекрасно прошла опасность тромбообразования абсолютно. При инсулинорезистентности поможет? Да, должен помочь. Более того, я хочу вообще посмотреть не только из-за Джимнемы, но и из-за многого другого. Я хочу посмотреть вообще, что у него случится. Что случится с инсулинорезистентностью, например, через месяца 3-4. Если, например, два курса сделать в месяц, потом перерыв, потом месяц, потом перерыв, посмотрите, что случится с инсулинорезистентностью. Не будет ли у нас случайно, ну так, неожиданно для нас, с вами, ситуация, которая будет обламывать нам метаболический синдром и будет обламывать нам преддиабет. Так. Послеродовая депрессия, знаю не понаслышке. Да, еще это медицинские депрессии, да. Медицинской депрессии я лично насмотрелся. Не знаю степень серьезности отношения к этому, потому что женщина в этой ситуации просто опасна для себя или для малыша. Как влияет на сердцебиение? Если человек тахикардия, будет ли нормализовать ее до нормы? Сильно подозреваю, что будет ее нормализовать. Возможно даже... Но, понимаете, тут нет... Тут не будет острой помощи. Это вам не конкор, который тахикардию обвалит, как только всосется, сразу же обвалит. Такого не случится. Я думаю, что это может произойти примерно через неделю-полторы. То есть это не средство для снятия тахикардии. После тахикардии мы с вами должны понимать, тахикардия – это всегда что-то, от чего-то. А когда у человека есть миокард, когда у человека есть миокардит и миокардиодистрофия, которую надо, вот ей надо заниматься, вот для нее понадобится недели полторы-две, для того, чтобы привести миокард в норму, чтобы восстановить энергетический обмен миокарда, вот тогда тахикардия начнет снижаться просто как признак. Можно принять себя с медикаментозным лечением воспаления легких? Запросто. Только какой, простите, разумный человек будет принимать фито... Да нет, можно, конечно. Можно, конечно. Остался пустячок. Я хотел задать вам вопрос, а что такое медикаментозное лечение воспаления? Если вы имеете в виду антибиотики, то сам Бог велел. А если вы имеете в виду что-нибудь еще, был бы рад об этом узнать. Потому что методички, которые мне известны, которые я, к сожалению, вынужден знать наизусть по медикаментозной терапии воспаления легких, кроме антибиотиков, не содержит ничего путного, ничего нет. Да, там иногда бывают... АЦЦ или бромгексин, ну что-нибудь в таком духе. И то так. Общие слова. И кислород обязательно. То есть, понимаете, я ответил.
Можно. Мы живем с артериальным склерозом. Зачем, дорогая моя? Артериальный склероз требует терапии артериального склероза. Сказать, что нельзя, нет, конечно. Вперед. Замечательно, зачем? У нас к артериальному склерозу с вами есть отдельный подход, который называется баланс CNS, в котором есть препараты, в котором есть компоненты, напрямую работающие на рассеянный склероз. А если мы к этому добавляем еще наш с вами лецитин, то мы совсем хорошо работаем на рассеянный склероз. Вот там действительно да. Бальзам тут, в общем-то, почти ни при чем. Антибиотики в больнице. То, что я вам сказал. Ну, замечательно. Куда вы хотите в больницу подчинить бальзам доктора Эггера? Я бы не стал этого делать. В постбольничный период, пожалуйста. Давайте дальше. Коллеги, давайте дальше. У нас пока эта возможность есть, мы должны ее с вами использовать. Так. Ок. Я надеюсь, я... Ага, при анемии можно. Можно при анемии, еще как можно при анемии. Только при анемии надо делать еще и сходить к гастроэнтерологу обследоваться, к гинекологу обследоваться, железо взять, эту штучку нашу взять, а еще взять наш белковый коктейль. И вот это тогда будет все нормально. Благодарю вас, Александр, будем наблюдать. Я прошу вас, я вас заклинаю. Спасибо огромное, конечно. Я заклинаю, будьте объективны. Потому что, ну, как сказать, у меня, ну, я, естественно, не могу быть объективен. Буду сентиментальным, что там мое имя написано, но я вообще хотел бы, чтобы эта штучка не была бесполезной. Или даже, чтобы она не была малополезной. Я хочу, чтобы там чтобы был набор. Чтобы мы попали, чтобы мы не, чтобы я, по крайней мере, попал в не сочинил бы себе ложные цели, не сочинил бы, не преувеличил бы возможности продукта. Для общего укрепления иммунитета в зимний сезон, безусловно. Только там еще добавьте, пожалуйста, иммуностимулятор водорослевый из наших иммунного, из молекулярного БАДа. Там будет действие. Планируете решить ассортимент бальзамов и БАД? Понятия не имеют, будет зависеть от меня. Давайте освоим то, что есть у нас. Потому что у нас с вами сейчас такой ассортимент, что БАДов, что... Ну, бальзамов-то, я не знаю, что еще какие-то еще бальзамы. Этот есть, там посмотрю. Перерыв после первого курса будет бальзамы. Сколько дней делать? Я дал бы 2 недели, 2-3 недели. С какого возраста? С 18. Ирина, предстоит операция. Когда лучше принять, до или после операции? Что за операция? Все зависит от состояния, исходного состояния перед операцией. Я всегда предпочитаю давать его после операции. Нам нужен выход. Нам нужен выход из состояния ослабленности. Состояние близкое к норме. Это лучше все делать после операции. До операции в нормальной ситуации пациент находится под эгидой доктора. И нормальный доктор должен его человека раскапывать. Не слово копать, а слово капать. Раскапывать. Он должен заниматься профилактикой язвенных процессов. Например, делать фиброскопию. Много чего должен делать доктор. А тут мы со своим бальзамом. Не очень умно. Коллеги, я рад возможности сказать вам, что мы с вами завершили сегодняшнюю презентацию. Я постарался ответить на, ну, по возможности на все вопросы, которые были заданы. Спасибо вам огромное за ваше внимание. И будем мы смотреть за судьбой
Самое главное, за смыслом и за полезностью данного продукта. Всего доброго.